привет! С вами Дженнифер Котис, и сегодня мы будем делать обзор на вот такой прекрасный набор My Little Pony. Состоит он из трех пегасов: Thunder Lane, Fluttershy и Derpy, которая подписана Маффином. Но мы-то знаем почему. Итак, приступим к обзору самой коробки. Я этот набор купила за 229 гривен в обычном детском магазине. Ну, больше на передней части нечего рассматривать. Разве то, что тут нарисовано радужной пинки, но это символизация того, что набора, что будет радужная пони. Не радужная, а рейнбоуфицирована, вот. На задней стороне нарисованы еще два набора, которые вы можете купить. Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Daring Do. И набор Sneaky Steps, Snails и Pinkie Pie. У меня был выбор взять или этот набор, или вот эти, вот этот, или вот этот. Но я взяла такой, потому что Fluttershy и Derpy — это мои любимые поняши, поэтому почему бы нет. Итак, приступим к распаковке. Вот. Пока я распаковываю, можно поговорить о канале. Блин, тут, конечно, так запаковали. Канал я планирую сделать под брони-тематику, потому что я сама брони, мне эта тематика очень интересна. Думаю, вам тоже, если вы, конечно, подписаны на мой канал, и вы видели первое видео, где я рисовала эту Pinkie Pie. Вот. Вот. Это многим понравилось, судя по всему, потому что у меня там ни единого дизлайка. Я была очень этому рада, все-таки это такой... Это круто, потому что обычно у каждого есть хейтеры, а тут прям всем понравилось. Ну, круто. Чего? Блин, тут, конечно, так запаковали 10 скотчами. Давай. Вот. Я планирую делать анбоксинги и, возможно, летсплей. Только на интересные игры, там, какой-нибудь Майнкрафт, потому что к нему я отношусь завзято. Так. Давай. Давай. Запаковали так? Вот. Слава богу. Только хотела сказать о том, как они его запаковали. Так. Так. Вот. Вот. Тут бумажка с предупреждением, но она нам, в принципе, не надо. Мы и так взрослые. Все знаем. Вот. На коробке нарисован домик Fluttershy, на заднем фоне которого нарисована радуга. Вот. Все, больше тут смотреть нечего, откладываем это в сторону. Ох, так, начнем обзор с Derpy. Вот. Тут почему-то одна дырка. Это как бы странно. Вот. Глаза у нее косячные, которые косят в разные стороны. Но это не фейл, потому что у нее так и было в сериале. Вот. Я хотела придаться покраске, потому что мне он через коробку... Я смотрела, думала. Не понравился. Как достала, ну, в принципе, мне нравится. Вот. Выполнена она такого мягкого пластика, который можно погнуть. Но лучше не надо, потому что можно сломать, естественно. Вот. Да мне в принципе, нравится. Он покрашен хорошо. Короче, идеально. Вот. На копытах логотипы My Little Pony, Hasbro и China. Написано, что China делает. Вот. Вам, конечно, не видно, но они очень маленькие надписи. Единственное, чему можно придраться, это QT Mark на колене. Вот, я бы на их месте ее вот тут бы сделала. А так, в принципе, придраться не к чему. Поняша мне нравится. Однозначно стоит брать. Вот. Ради Derpy хотя бы. Вот. Теперь Fluttershy. К нее у меня наездов побольше будет, потому что даже из-за самого дизайна. Вот эти бабочки, они выглядят, как не знаю, как сыпь какая-то. Мне не нравится. Тут тоже... Нет, тут одна дырка. Все правильно. Вот. Так.
чему еще придраться? Вот. Вот тут у нее на глазу. Вот тут. Много краска слезла. Мордочка у нее милая. Вот тут виден сплав, что ли. Как они ее делали. Вот. На передней части у нее полноценный окрас, а тут, не знаю, всего 3 бабочки. Зачем? Вот. Крылья покрашены только с внешней стороны, а с внутренней нет. Ну, тут есть к чему придраться, что в сериале она была, ну, не такая уж точно. Как-то они схалявили с покрасом. Не знаю. Ну, а так она сама прикольная. Мне нравится. Тоже стоит тут покупать, я думаю. Так, и последняя поняша. А, Thunderlane. Это серый пегас. Ну да, тут все пегасы, точно. Тоже у него тут одна дырка. Зачем эти дырки надо? Вот. Тоже такой прикольный, мне нравится. Глазки у всех, в принципе, хорошо. Хорошо посажены. Мне нравится. Я думала, что будет похуже. Вот. Так. Грим у него такая прикольная. Такая панковская, мне нравится. Глазки у него такие вот желтенькие, мне нравится. Так. Крылья у него такие мощные. Не знаю, у Дёрпени такие маленькие или у Флаттершай. А тут у него прям крылища настоящие. Мордочка тоже мне очень нравится. У Кольта оно прикольно смотрится. Вот. Так, Кьюти Марка. Кьюти Марка у него в виде облачка. Облачко с грозой. В принципе, окрас, покрас тоже очень хороший. Мне нравится. Вот. Вот, я думаю, в принципе, и все. Всего в наборе было 3 поняши. Набор мне очень понравился. Я думала, будет такой похуже. А тут он, в принципе, такой... Мне нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Лайкните это видео. Еще расскажу. И до новых встреч. Всем пока.